9 сентября депутат Государственной Думы Евгений Федоров второй раз посетил Нижний Новгород как координатор национально-освободительного движения, организации, образующей идеи которой полная независимость России от какого-либо влияния других государств. В университете Лобачевского он встретился с нижегородцами и ответил на их вопросы. Большую часть аудитории составили молодые люди с желанием сориентироваться в международной экономико-политической ситуации. Это позволяет оценить межнациональную обстановку, обстановку внутри страны и на границе. Действительно интересна мне была национальная идея о том, что в России необходим национальный подъем среди граждан для того, чтобы противостоять американским санкциям и преодолеть кризис. Аудитория, которая собралась здесь, в целом уже говорю, о ней очень, скажем так, заинтересована в этом выступлении, в этих словах, в этих идеях. Нижний Новгород – это оплот освободительного движения. То есть, и я думаю, что Нижний Новгород также остается и будет этим оплотом и в будущем. По словам Евгения Федорова, Нижний Новгород по-прежнему воплощает собой традицию национально-освободительного процесса. И это источник сил для молодого поколения. Студенчество – это те люди, которым придется полностью восстанавливать страну, не только с точки зрения суверенитета, но и его последствий, с точки зрения налаживания всей жизни. Сегодня в России управлением России занимается 10 тысяч американских граждан. Их придется заместить. То есть это мозги, то есть это умение заниматься стратегией, это умение заниматься идеологией и просчитывать судьбу своей страны. Это конкретная комплектация органами, которых просто сейчас нет, их придется от кого? Только от тех людей, которые сегодня этому учатся. И поэтому у меня обращения к студентам будут: готовьтесь, учитесь управлять Российской Федерацией, вашим отечеством.